Люди готовятся, снимают. У меня уже два плова на канале. Эти блогеры снимают, готовятся, все в телефонах. Здравствуйте, здравствуйте, молодые люди. Какая приятная компания. А знаете, что самое приятное? Что мы все любим животных. И все посвятили практически свою жизнь. Не знаешь, где Майджин? Майджин уже адаптировалась. Где она? Я могу там снимать? Иди, иди, спокойно. Но самое вкусное, самый джигер вот здесь готовит он. Такой крутой майки от Versace. Кстати, молодой человек, как вас зовут? Володя. Володя, брат Гаяны и Валерия. Мы забыли вас представить. А у нас на канале, Володь, кто показывается, мы должны обязательно представить. Володь, а ты собак любишь? Ну, я так. Ты не фанатеешь, но любишь? Ну, некоторые. Некоторые, понятно. Нравятся, некоторые. Все, ты жди комментарии. Хорошие. Процесс идет. Так, это на этом. Димка здесь. Ну, больше ничего не надо. Вот, перед наш шампура будем... Пару штучек. Сейчас попробуем познакомить, да? Первое знакомство на улице. Что вы натворили? Да, что ты натворил? Женька, а давай, Дим, держи тогда, попробуй приблизить их чуть-чуть. Угу. Да? У нас ты не представляешь, какой оператор. Сама Гаяна нас снимает, знаешь? Как нам людям завидовать? Да запил мальчик, запил. Ну давай попробуем. А Жене никто не интересен, только Гаяна. Попробуем. Удержим? Поближе я Гаяну. Удержим? Я удержу. Не, мой-то не дрочу. О, какая вкусная. О, ты девочка, нельзя. Нельзя моя девочка так себя вести. Нельзя. Сюда. Да. Нельзя. Граф, молодец, достойный мальчик, достойный. Папин сын, да, папин сын, папин сын. Зачем ты так с ним, Леночка? Познакомься, познакомься. Женька просто у меня очень такая ревнивая. Нельзя, Джина. Ой, жубки показываешь. Жубки показываешь. Она девка очень ревнивая. Она не хочет сожрать, но к себе не особо. Помнишь, как нас с тобой писали? Олег, будьте аккуратны, Джинка всех сожрет. Да никто не сожрет. Она просто любит, она отгонять будет. Жрать не будет, но отгонять будет. Она неприступная девочка. Знаешь, все девочки достойные, должны сразу отгонять. Ее надо добиваться. График, так что. Вот, смотри, добивать. Он прилег перед ней, видишь? Конфетно-цветочный период. Прилег. Какие глаза у него, блин, фото, кстати, заснимаю. Да, сперки. Джина, он тебе песни поет, Джина, а ты ругаешься на него, нельзя ругаться. Жена, крыльки. Нельзя. Ага, как он молодец. Блин, по размеру вот так смотрю, да, ты? Ну, очень. Джинка, нельзя. Привет. Нельзя. Нельзя. Нет, нельзя, девочка моя. Нельзя. Тише. Он, видишь, не дает мне погладить. Смотри, не дает погладить. Друзья, посмотрите, он такой оператор. Сам Гаян. Сама Гаян. Не дает. Замечали, да, что делает? Да, он не дает мне ее гладить. Смотрите. Отвлекает. Смотри. Он очень ревнивый, Леша, смотрю. Вот так. Нет, это уже все. Разбил, это не пошло. Все, пойдем. Молодцы. Вот это зарядка, да? Вот это кадры. Красиво получилось? Очень красиво. Ты случайно микрофон не закрыла пальцем, когда снимала? А где он? Нет, я вот так снимала. Спасибо, наш... О, наши повара. Шеф-повара. Так, Диночка. Дина. Молодец. Да, придержи, я там подстрахую. Суета, идеи, мысли, работа, действия. А самое главное, помощь нашим питомцам. Это самое главное, люди. Для чего мы собрались вместе? Граф нет. Граф нет. А это покурить ты сигарету. Ну, что могу сказать? Ну что могу сказать? Ну посмотрите, какая красота. Сразу видно, рука сильнейшего повара задействована тот. Ручка графа. Нет, Дим все примеряет. Дай затаскать, граф. Шеф-повар. Ну вы прям так аппетитно все готовите. Посмотрите, как красиво. Красота. Сейчас тут это все мы будем... Это, еще раз, это все постное, правильно? Я на посту это поэтому... Это все пост, да. Да, постное.
Даже шашлык будет постный. Шашлыки. Шашлык все понял. Я промолчу, сейчас я понял. Видите. Я вообще не буду намекать на что, но я промолчу. Все очень вкусно. Так, мы для вашего приезда заменили лампочку. Помните, она у нас не работала. Mm-hmm. Чтобы вам было комфортно работать. Можно я вам расскажу, как она включается? Вы здесь представляете? Также регулируйте, чтобы посмотреть, что ваш шашлык не сгорел. Так, что вам еще необходимо? Чем Подсолнечное масло. Подсолнечное масло. Пойдемте, я вам передам его. Как все разложено, все красиво. Ну, прям аппетитно. Какой у вас фартук красивый, молодой человек. Откуда такой фартук у вас красивый? Люди, это не реклама, просто хвастаемся. Все, не будем мешать. Да. Пойдемте. Все пошли готовить. Мы с тобой вдвоем остались. Вот никого нету. Мы вдвоем. Я и Диночка. Вот такую постельку ей приготовил. Она не хочет там лежать. Она на диванчике хочет лежать. Да, Диночка, покажешь мне зайку, Дин? И ты только папку слушаешься. А график там караулит. Смотрите. Смотрите, вот и график караулит. Вот он стоечки стоит прям. Посмотрите, какой красавец парень. Графчик, подруга тебе приехала. Тебе подруга красавица приехала, да, девочка? Красивая. Мордочка моя сладкая. Такая классная, такая хорошая. С нами добренько играется, но графа не подпускает. На улице чуть не подцапались, когда мы их познакомили. Я испугался, честно говоря, первый раз видел такого графа. А он-то, граф, с ней играется лапками, а она в защиту встает, я вам скажу. Такая девочка с характером, да, чуть не покусала графчика. Спит, видите, как я разговариваю, она спит. Молодец, девочка. Молодец. Он стоит, графчик, вот. К сожалению, не могу запустить графа тоже, потому что они цапаются. Он-то играется, он-то ничего, ну а Джинка не подпускает. Боюсь, не хочу рисковать. Когда Дима приехал, мы попытались познакомить так аккуратно. Ну, я так помню, что они чуть не подрались. Запереживал. Этот ролик у себя Дима выставит, как снимал. Ну, не подрались, но попытки были так друг на друга. Я первый раз такое вижу живую, как говорится. Поэтому, не пускаем. Тоже завели потом, после этого. Ну, держали за ошейники, хотели так познакомить. Но нет, Джинка не знакомится, не хочет, ругается. Крапчик-то он у меня добренький, играется, а Джинка, ух, на стражу встает. Джиночка, Одиночка, спи, девочка, спи, не буду отвлекать. Ты спи, а граф тебя охраняет. Граф, охраняй сон Джинки, охраняй, малыш. Ребята, в летней кухне, что-то снимает там вон они все. Кто-то снимает, общается. Люблю я такие компании, чтобы люди друг друга знали, знакомились, общались. От этого больше пользы, когда нормальные люди встречаются и друг с другом общаются, делятся впечатлениями, эмоциями, опытом, рассказывают. Очень интересно подходит. Самое главное, что все мы любим собачек, животных. Вот это нас и объединяет. Вот он, смотрите. Валера нам готовит. Готовимся к стриму. И мой маленький сладкий. Ганечка не может мимо него пройти. Все гладит и гладит его. Наглаживает. Она там? Да, граф нет. Граф нет. Мощный. Нет, сказал. Ну, проходи-ка. Нет. Че, ребята готовят? Да, я хочу посмотреть, может, микрофоны работают? А, себе все не терпится, да? Да. Ой, типа зимой! Как будто под тебя шили. Такая, она сливается красиво. Джин, где граф? Где граф? Пойдем, пойдем. Иди, Джин, иди сюда. Иди. Иди, посмотри, граф тебя ждет. Она к Гаянке пошла. Ой, о господи. О господи. Что-то
Да. Что только не прошу. Денька. Куда пойдем? Иди сюда. Джин. Джин, иди сюда. Смотри, граф ждет. Смотри, где граф? Не подходит она к нему. Как он смотрит, смотрите. Валер, Валер. Да. Женя. Опа, все. Олег Сергеевич, ваш. Тапочек. Граф. Смотри, я так прыгаю. Паркур. Граф. А ну-ка покажи, будет он петь с тобой? Не, нельзя петь. Кстати, недавно сказал, что это бой собак, не хочу. Папа просто будет садиться в машину и выйти постоянно, понимаешь? Ты же типа по команде. Ну как по команде, собаки. Команда командная. А, у него на брылях прокусил? Не, он прижимает. А. Прикусил, я же не сказал. Прикусил. Он вот так мы с ним играем. Граф. Какой у него в полке рост? 59-60. 59-60 джина. Кто это? Представляете, да? 52 джина, 59 граф. Отлично. Нет. Смотри, сейчас он нагрузит. Отстань. Целовака. Смотри, как обнимает. Смотри, обнял. Тебя Дина за стеклом надо. Ты хилёк? Ну какой... Ну какой, на. Смотри, резко сейчас пойдём, смотри. Ой, Димой! Ты кому леща дал, а? Ты кому леща дал, ты? Дай пять. Молодец. Ох ты! Нет! Со стола нельзя! Дай пять. Нет, смотри, надо себе. Да. Ничего себе! Видишь, как он у меня выглядит? Нет, оставь так! Да что вы? Вот так мы играем с ним. Пусть главное, чтобы мне нос ничего не зацепил. Нет, нормальный нос, понимаешь? Сейчас можно закусить, делать армянским. С горбинкой. Морда моя сладкая, морда. Все. Ничего себе! Место! Граф! Место! Лежать! Все, лежать! Он большой, а прыгает красиво, понимаешь? Да. Так. Я устал, видишь? Ну, он классный. Собака не боится тапка. То есть, это значит, что ты ее не бьешь. Да. А те собаки, которые ты просто поднимаешь вот этот тапок, они сразу скручивают. Или палку. Я по этому признаку признаю. Когда к друзьям иду, ставим на палочку, типа, смотри, какая есть. Ох. Все, граф, место, быстро место. Граф, место, быстро. Лежи, давай. Все. Сейчас Дима будет запашно. Дмитрий запашный в деле. Иди. Рядом. Пусть научит меня. Он Димка у нас. Домик. Рядом. Дим, может, ты повернешь лицом ко мне, чтобы? Вот так. Зайка. Нет. Во. Зайка. Нет. Зайка. Встать.
Ты, господи. Сидеть. Ты моя девочка, смотри. Спасибо тебе, спасибо. Молодец. Продемонстрировал, Дмитрий. Молодец. Очень воспитанная девочка, культурная. Ну, вот это не показываешь, что... Она не возьмет, Дима. Ногой, помогай ей, помогай. Я говорю, что она никогда не может взять, это хорошо. Конечно. Чтобы она не кусала его. Джина! Ты что там делаешь? Это тоже для собачки игрушка. Но не для нее, она сейчас его в пух прах разорвет. Ну-ка давай, Джина, змейку покажем, змейку. Иди сюда. Давай, змейка. Джина, змейка, змейка. Ты моя. Вот так вот. Змейка, змейка. Восьмерка. 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 Дим, рядом. А попробуй зайку лицом ко мне сделать, а то она попочка. Да. Граф не понимает. Вот ты моя девочка. Сиди, встань, сиди, встань. Гай, прикольно, сиди, да, скажи? Я не могу, это бы вообще встань. Не видела. Сиди, рядом. Домик, рядом. Молодец. Сиди, встань, сиди, лежай. Молодец, Джинка, молодец. Полить же можно после упражнений, правильно, Дим? Конечно, обязательно надо, чтобы она не просто так делала за что-то. Ой, сделала, смотри. Ух ты. Она, да. Вот смотрите, две звезды у меня дома. Пиарюсь. Для Хомочки и для вот мелкого. Вот это классно. Да, мы так и взяли. Да. Вот пиарюсь, две звезды у меня дома. Босс, ее сразу. Товарищ звезда, я пиарюсь вами. Звездочка наша, пиарись, как мне написали в комментариях. Вы пиаритесь. Только для чего хайпуют, для чего так я не понял, но хорошо, ладно. Знаешь, в детстве была такая пословица, кто спорит, тот не стоит. Да. Поэтому что мне оспаривать? И двое категорий людей есть, Дим. Один умный, один мудрый. Умный оспаривает, мудрый слушает и проходит мимо. Поэтому пусть хайпуют. Пускай пишут, что хотят. Мы все делаем то, что нам хочется. А вы смотрите и думаете. Совершенно верно. Молодец. Золотые слова. Ну, нам много что хочется, но, к сожалению, ничего мы не все получается. Мы показываем все, что нам хочется. Свою жизнь с собаками показываем. А да. У них уже свое мышление, там, для чего они это все делают. Для вас, друзья, смотрите, наслаждайтесь. Все бесплатно. Пока что. Хорошо сказал. Не можешь, да, вот такой. А я сейчас сказал вертикально. Вертикально. Так, разрешите позаниматься с Джинкой. Джина. Ко мне, да, Дима, команда. Вот и пусть подержи. Не, когда она лишнее делает, ты ее на место ставь. Не надо, чтобы так, она прыгала лишний раз. Сидеть. Нет, сидеть. Ну-ка нельзя. Сидеть. Молодец. Если не будешь вот ее контролировать. Напоминай команды, какие ты даешь ей, Дим. Как домик? Домик? Джинка? А, домик она тебе не сделает. Вот хочу проверить, посмотрите. Джина, сидеть. Мне интересно, да, кстати. Давай, нет, попробуем. Почему она не сделает? Чужому нет, человеку сидеть. Не сделает. Тише. Домик. Домик. Смотри, видите, обратите. Домик. Джина, домик. Домик. О, смотри, молодец. Молодец. Теперь смотри, с этого места рядом скажи. Рядом. Рядом. Нет, заново домик. Джина. Домик, 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 рядом, рядом. Да, понимаю, да. Нифига себе, молодец. Именно ее надо именно вот контролировать, иначе если будешь молчать, она будет прыгать, кусать начнет. И... Дорогой ты мой, людей надо контролировать. Если будешь молчать, на голову сядут ноги. Да, сядут, и говоришь, собаки давай. Тем более. Да. Спасибо за всем. Ты прикинь, да, смотри, смотри. Граф очень умный, он берет вот эту ручку вот так. Смотри, смотри, опять. Ты, говорит, меня пусти, хозяин. Я сейчас был в комнате, Джина была на улице, в другой комнате. Он говорит, я сейчас... Сейчас опять, нельзя. Он хочет порядок навести. Она не дружит с тобой, не дружит. Говорит, ты маленький еще, недорос еще заберем.
Не, я бы пустил, но она начнет, а он может ответить. Давай, знаешь, чуть-чуть, подальше. Чуть-чуть бежит, покусают, да, друг друга. Они тебя раз увидели, вроде более-менее так подсапались, подружились. Давай не будем рисковать. Все, Джина, нельзя, а то это... Посмотри, Дима. Дверь. Он лапой помогает дверь открыть, смотри. Друзья, смотрите, он нажал туда и лапу сует между щелей, смотри, чтобы открылось. Какой умный, а, пес. Не пускай только. Причем я уже на замок ставлю. Это замок у этой двери, это замок. Придется вот так сделать. Графочка, скажи, ну пустите вы меня тоже. Я поиграюсь, я вам всю и зайку покажу. Смотри, 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 как что делает, а вот это да. Ты знаешь, я с большим удовольствием на них тренировался, для меня это смертоподобно. Знаешь, дай бог, они хотят. Две красавицы сидят в креслах. Одна красавица, вторая красавица. Они вместе общаются о своем женском. Да, Джинечка? Да, вы общаетесь с Гаянкой? Да. Смотрите, как прикольно сидят вдвоем. Дим, подожди, расскажи, что ты будешь делать, чтобы люди понимали. А что, просто на ручке... Как раз Дима познакомился с Ювенали, маэстро Бахне. Привет. Они познакомились очень уже. Приятно. Да, и сейчас... Сейчас Джинка будет прыгать на ручке в парк. Только это стань как-то так, чтобы я видно было. Сиди. Сейчас, подожди, я свет включу, Дим. Джина, зайка. Сиди. Блин, ну как так? Дим, попроси зайчику сделать еще, пожалуйста. Пусть Ювенали видит зайку. Сиди. Зайка. Встань. Ну что здесь, ося бока? Что за девочка? Да, он охраняет. Вот они. Джинка? Джинка? Ты моя красавица. Джинка, иди сюда. Иди, моя девочка красивая. Иди. Молодец. Папка дал команду. Все, никого все. Никого не слушал, только я. Иначе. Правильно. Так и на. Ух ты. Дим, все сделай. Ай, молодец. Ай, какая девочка хорошая. Ой, молодец. Ты представляешь, если граф так прыгнет? Не знаю, он тяжелый. Я тебе говорю, ты представляешь, если граф так научится прыгать? Молодец, умница, молодец, девочка. Молодец. Очень умная девочка. И Дима золотой пацан. Только познакомились. Спасибо. Пацан, мальчишка, мужик, мужчина. Всем доброго времени суток. У нас сегодня ужин перед стримом. И у нас находятся прекрасные наши друзья-гости. Дмитрий у нас гость пока, а Гаяна с братьями друзья познакомились. У нас постное меню, мы держим пост. От Володи у нас сегодня бальзама нет. Только будет от Володи бальзам через 6 недель. Да, Ювенали, маэстро Бахне, 6 недель, правильно у нас пост? Да. А, я хочу всех вас поблагодарить, сказать огромное спасибо, что не отказали, приехали к нам в гости. С вами очень приятно общаться, иметь дело. И дай бог, дальше будем дружить. Чувствуйте себя как дома. Приступайте к трапезе. Приятного всем аппетита. Спасибо. И вам приятного аппетита. Давайте спасибо. Сок, давайте ухаживать за Гаяной, а потом мы сами. Дима, ухаживай за дамой, за Гаяночкой. Что будешь, Гаяночка? Что сделаешь? Я научусь. Все, хорошо. Викуля, а ты давай балалайку выключай и присаживайся к нам, Викуля. Мы идем проводить стрим. О, какая команда работает, да? Жирка, я вообще... За 2 минуты до стрима. Какая все готово. Все звезды сидят. Один я оператор. Маэстро Бахне. Маэстро Бахне. Животным ок. А Дима что там делает? Когда я у вас это... Ну правильно говорят, да что ты возмущаешь, что ты делаешь, скажи, пожалуйста. Он даже не ожидал, что я его снимаю, понял? Давай, Дима, контент иди. Контент делаешь или контент? Как правильно? А, Гаюш? Контент, да. Диночка, девочка моя. Смотри, как она адаптировалась. Невестка, видишь, пошла. Пойдем, посмотрим, куда она пошла. Посмотри, мне ради просто интересно. Да. Ты гулять идешь? Иди погуляй, иди по дому погуляй. Иди, тебе все можно. Иди, солнышко. Иди погуляй по дому.
Иди, иди, я тебе разрешаю, иди. Смотри, пошло. Дима, какое приданное у тебя? Пошла, прикинь, пошла гулять. Реально пошла по дому гулять. А я говорю, когда я внизу был, куда-то сюда ушла и здесь где-то ходила. Все. Сколько осталось, Гай? 2 минуты. 2 минуты полчаса назад было. А так, если я дверь закрою, Джина, как зайдет? Да, она приходит. Дорогие друзья, подписчики, к нам приехал очередной победитель приза, ночник Валерий. Я ему дозвонился, он еще шутил. Мы бы хотели с маэстро Бахне официально вручить у себя дома подарочек после проведенного нами стрима. Как вы думаете, кто этот победитель? Викуля, покажите, пожалуйста, вот этот молодой, счастливый человек приехал со мной, познакомился, подписался на канал и выиграл ночник. Разрешите вас поздравить. Спасибо. Валерия, вы заслуженно выиграли приз «Ночник». Вам подарок. Спасибо. Спасибо вам большое, да. Вы довольны? Конечно, ничего себе. Там фотография графа. Спасибо вам большое, что участвовали на нашем стриме в розыгрыше. Вы фартовый человек. Да. От души прям. Все, спасибо вам большое.